Уважаемые граждане России! Дорогие друзья! Уважаемые граждане России! Уважаемые граждане России! Мы видим, как остро развивается 2020 год. Благодаря заранее принятым мерам, рядом с нашими границами находятся государства с эпидемией коронавируса. И для них стоит задача максимально снизить риски. Но мы с вами должны понимать, что Россия просто будет действовать, полагаясь на наше русское авось. Но то, что мы уже можем и уже делаем, так это просить вас платить налоги дома в России. Далее. Естественно, возникает вопрос и об заболевших. Не думайте, пожалуйста, об заболевших. Далее. Предлагаю предусмотреть введение новых налогов и правок в Конституцию. Мы с вами должны понимать, главный приоритет здесь 22 апреля. Вы знаете, как серьезно, насколько серьезно я буду просить вас прийти и высказать свое мнение по этому вопросу, принципиальному, ключевому для нашей страны. Мы голосуем не просто за поправки, облеченные в четкие правовые нормы. Мы голосуем за страну. А меня это не коснется. Поэтому считаю, что голосование необходимо для нашей страны. Далее. Сейчас крайне важно предотвратить жизнь и безопасность людей. Не думайте, пожалуйста, о них. Это, конечно, несправедливо. Справедливость здесь абсолютно ни при чем. Далее. Сейчас правительство необходимо защитить от банкротства. Люди будут выплачивать еще больше налогов. Далее. Мы с вами на пороге жизни и уплат налогов. Всем нам было непросто. Но с самого начала в России мы сделали свой выбор. Твердо решили, что на первом плане должен быть налог. Сегодня считаю необходимым сделать это вновь. Далее. Налог пролетает быстро. Порой даже незаметно. Но его уплатить нужно было незаметно. С Новым годом! Далее.